открывается тут руфтоп, вид на побережье. В общем, видно там бараны, бараны. Сегодня дует просто. Такие тут дорожки местами. Вот сейчас разберусь, что там трещит. Вот там залив слева. Вот едем мимо залива. Какая-то лодка большая пришла. Вот такие тут местами горные, такие полугорные дорожки. Красота. Едем. Кайф. Пляж. Это такой секретный пляж. Идем. Здесь заход почему-то через соседний забор. Здесь вечером кафе. Алло. А with buddy? А, я buddy. Yes. Ну вот, уже нас разводят на деньги. С buddy бесплатно. А без buddy сколько тут? Так, идем дальше. Значит, здесь такой вот пляжик. Вот. Короче, вход сюда 5 баксов. Тут туалет, душ есть. Но мы не идем на этот пляж, мы через него заходим. Почему-то на соседний пляж мы не можем зайти. Какие-то очень хитрые американец ходы знает. Его пускают бесплатно, а гостей за деньги. Цепь гварды тут вон, гуськи. Сегодня море чуть-чуть волнистее. Но, видимо, сегодня дует. Ну, в море там что-то кэпы такие помощнее. Хотя здесь не чувствуется ветра вообще. Заход хитрый. Проникновение в кайф-зону. Я не могу. Палкой. Придется идти в обход. Странное место. Странный выбор. Сейчас мы будем здесь кататься. Всем привет. И с солнечной ветреной Джамайки. О, здесь подуло. Здесь такая вот волна. О, ёптать, волна, волна. Охуенный вылет. Кайф уже на сжатой планке. Я думаю, можно короче вперёд идём. Alright, he changed his lines. I think he went with a shorter line. Let's see what he can jump with. Oh,
этим путем. Ну вот оттуда вот за лодками там причал. Здесь очень мелкая лагуна с камнями на дне. Но будем кататься, там волну раздуло. Как бы я укатался на волне, то есть будем кататься на флете. И я планирую вон туда в речку заехать. Но попробую снять все. Вот так. Вот для обеда, конечно, очень трудно, обожрался. First. I'm sure. Of course. Yeah.
волны, и реслами. У-у-у!